голос сорвал, когда орал, волком выл, тигром рычал, как Фьюри Нораду по затылку стучал, а рефери подлый этого не замечал. Про то, что Хантер, как цыпленка, разделал Малдонадо. Про то, что остальные боксеры бились как надо. Кричал, когда Хёринг победил и то, и помешать этому не смог никто. И вот сейчас перед вами осипший, но готовый представить новый выпуск любимого The Ring Show.